Народ, привет! Речь сегодня пойдет у нас о регуляторах оборотов, которые идут два в одном. Значит, как вы все знаете, Гелендваген оснащался вот такой вот аппаратурой. Аппаратура у нас идет трехканальная, газ, тормоз, руль, и вот он третий канал. У гелика он отвечал за вторую скорость на коробке. Вот такая вот система. Повышенная, пониженная. Мне было интересно, значит, сделать, чтобы это была лебедка. Вот на этой модели я именно так и сделал. Для этой аппаратуры продается раздельный приемник и регулятор оборотов. Я заказал вот такой приемник и использую его в паре вот с таким недорогим регулятором оборотов от Hobby Wing. Вот, и это все в паре работает вот от этой же аппаратуры. Получается, что у меня газ, тормоз, руль и лебедка подключена через другой регулятор оборотов, и все в принципе работает. Сейчас я вам продемонстрирую, как вот от этой аппаратуры, от гелика, будет работать у нас совсем другая связка. Включаем пульт, замигали индикации, включаем модель. Все, сконнектилось, все, проверяем. Руль работает, машина едет. И значит, вот с этого канала у нас работает лебедочка. Разматывается и сматывается. Продолжим, значит. Такой же приемничек. Другая связка. Подключаем все это дело. Включаем аппаратуру. Аппаратура мигает. Включаем регулятор. Все, сконнектилось. Опять, пожалуйста, у нас серво работает, газ, пожалуйста, работает. Проверяем. Все, третий канал тоже работает. Все работает в этой связочке опять от этой аппаратуры. Берем штатную электронику от гелика. Берем опять же эту же аппаратуру, включаем, мигает, подключаем, все, законнектилось, пожалуйста, руль работает, газ работает, третий канал раскручивает, закручивает, все, все работает. И теперь я вам покажу одну интересную вещь. Использовать мы теперь будем регулятор оборотов от Remo Hobby. Также у него три канала. Включаем аппаратуру. Опять мигает. И включаем регулятор оборотов от Remo Hobby. Ба-бам! Все, сконнектился. Получается то, что мы можем к регулятору, который два в одном, забиндить любую аппаратуру такого же типа, которая используется с регуляторами два в одном. Смотрите, значит, мы что делаем? Выключаем регулятор оборотов от Remo Hobby. Выключаем аппаратуру, подключаем все это дело опять к регулятору от гелика и берем аппаратуру от Remo Hobby и включаем ее. Машинка у нас с вами и едет, регулятор оборотов, повторюсь, от гелика и рулится.
И работает у нас еще и третий канал. Подведем итог. Значит, аппаратура от Рема Хобби и от Гелика подходит как к регулятору оборотов от Гелика, так и к регулятору оборотов и от Рема Хобби. Они как бы взаимозаменяемые. Вот. Смотрим, какой дешевле, такой и покупаем, если не хотите покупать что-то другое. Либо приобретаем любой регулятор оборотов, приобретаем вот такой приемничек и уже коннектим ее с аппаратурой от Гелендвагена. Не расстраивайтесь раньше времени, если у вас что-то сломалось, что-то перегорело. Оказывается, многие вещи взаимозаменяемы. Вот. Если будет еще какая-то интересная информация, я обязательно с вами ей поделюсь. Если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на канал и ожидайте модернизацию аппаратуры от Рема Хобби с тем, что мы переделаем третий канал. Не просто включение-выключение света, а мы сделаем его полноценный. Единственное, что будем делать, это все с тумблером. Куда-нибудь мы его приколхозим. Например, может быть даже вот сюда. Трехдиапазонный. Может быть получится. Пока это планы. Попробуем это все потом сделать. Всем пока. Спасибо за просмотр.